Российский пассажирский самолет, направлявшийся из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на юге Синайского полуострова. Лайнер пропал с экранов радаров через 23 минуты после вылета. Власти Египта заявили, что обломки самолета обнаружены в труднодоступной горной местности вблизи города Эль-Ариш. Сообщается, что самолет полностью разрушен и выживших, вероятно, нет. Речь идет об аэробусе А320 компании «Когалым Авиа». На борту находились 217 пассажиров, 17 из них дети, а также 7 членов экипажа. Представитель российского посольства в Египте заявил, что в самолете были только граждане России. По данным СМИ, когда лайнер находился на высоте более 9000 метров, командир корабля связался с диспетчерами и запросил посадку в связи с техническими неполадками. К настоящему времени остается неизвестным, что стало причиной катастрофы. В Египте не исключают, что авиалайнер мог быть сбит экстремистами, действующими на Синайском полуострове.